Привет. Пишите вопросы, ребят, и напишите, как меня видно, как слышно. У нас дождь льет. Слышно вам, наверное, да? Второй день подряд, прям такой ливень. Всем привет! Ставим лайки, кому не жалко. Да, ребят, ставим лайки, кому не жалко. Видно, слышно. Угу. Задавайте вопросы, и я поотвечаю на ваши вопросы. Еще хотела рассказать и поблагодарить ребят. У нас закончился недавно марафон в 21 день, где мы меняли свое сознание, где мы научались жить по-другому. И столько теплых отзывов. Кто-то в личку написал, кто постеснялся, кто-то в чат. Даже записали видеообращение, видеоотзыв. И, конечно же, это очень приятно, причем когда ты понимаешь, что не справлялись врачи, не справлялись профессора, и ты самым обычным языком, самым обычным своим видением, просто потому что ты такой же человек, ты смог человека направить в позицию себя, и это очень-очень важно. Вот. А сейчас у нас начался марафон для онкобольных ребят, где мы тоже меняем именно сознание на состояние правды. Не на бантики-бирюльки пукающих бабочек, что все так прекрасно, посмотри, жизнь прекрасна, давайте будем жить. Нет, а именно на то, как оно есть. Скажи, пожалуйста, Светланочка, вкратце о цифрах. В этой плотности. Это уровни расширения сознания. Ребят, знаете, уровни расширения сознания, это, наверное, мы можем воспринимать уровни сознания, уровни глубину, ширину. Еще что-то, только на том уровне, насколько мы готовы выдержать своим умом. Вот. И как раз вы же многие, наверное, ну, кто меня смотрит, знаете, что я сейчас прохожу обследование. Вот. И в среду у нас будет эфир в закрытом клубе, где я расскажу ребятам об очередных своих обследованиях, как я уже говорила, что у меня
с рождения, то есть врожденный череп, то есть голова достаточно маленьких размеров. Достаточно маленьких размеров, что получается, что черепная коробка как бы поддавливает на мозг. Тем самым сужаются вены, увеличивая количество крови в капиллярах мозга. И поскольку размер полости черепа у меня ограничен, то количество крови в капиллярах увеличивается, и, соответственно, вытесненное количество цереброспинальной жидкости вытесняется другой жидкостью, содержащейся в мозге, и, естественно, в капиллярах становится больше крови, увеличивается обмен глюкозы и кислородом между кровотоком и клетками мозга. Вот, и получается, что у меня активация А2 рецептора усиливает образование и выброс допамина. Вот. А что это такое, как это происходит, что это дает, я, конечно же, с огромным удовольствием расскажу ребятам в закрытом канале. Вот. И чтобы было понимание, что откуда эти видения. Немножечко, наверное, физическим путем я это достигаю, потому что так устроен мой аватар. Добрый вечер. Излечим ли аутизм полностью? Ну, смотрите, давайте тогда начнем с того, что излечим, что такое излечимо, что такое неизлечимо. У нас есть понимание, что такое норма. То есть, смотрите, мы очень многие все стремимся выйти из состояния нормы. То есть мы хотим быть не такими, как все. Мы хотим быть какими-то особенными, выделяться из серой массы, так назовем, да, чем-либо, одеждой, стилем, мышлением, еще чем-то. Вот. Но это не всегда так, потому что это же только вот это выделение, оно получается наружнее. Но мы не готовы выделяться. Мы, если чуть что, мы как бы хотим спрятаться под этой одеялкой. О, я такой же, как все. Меня не трогайте, я в домике, я абсолютно такой же. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что когда нам удобно, мы хотим быть такими, как все. Когда нам удобно быть какими-то избранными, мы будем делать вид, что мы какие-то избранные. И то же самое касается и аутизма. То есть аутизм – это же это в нашем понимании заболевание. А что такое аутизм? Это глубинное состояние самого себя. Но оно неудобно кому-то другому, родителям, опекунам, еще кому-то. Оно неудобно, оно выделяется, оно не вписывается в общепринятые нормы. То есть кому-то стыдно за то, как ведет себя ребенок, подросток, кому-то неприятно, кому-то мешает такое поведение. И мы хотим его подвести под эту норму. И эту норму мы обозвали здоровье. Но это же не так. Аутизм – это вообще, если мы будем рассматривать болезнь, это когда боль, и аутизм – это другое состояние тебя. Это вообще не про болезнь. И тогда задайте себе вопрос, а почему тебе так неудобно с аутистом? Это же в первую очередь твой опыт. И рядом с тобой этот человек, этот аутист появился только потому, что ты такой. Тебе нужно пройти этот опыт. И вот пока ты не пройдешь этот опыт, пока ты не осознаешь, что это для тебя, то для тебя это так и будет неудобный человек в твоем окружении, которого ты будешь всеми путями исцелять, излечивать. Как лучше законнектиться со своим телом, слышать его? Раньше я его слышала, чувствовала, сейчас не очень. Завтра иду к вам в закрытый канал. Давай, иди. Как лучше законнектиться со своим телом? Вообще должны понимать, что тело – это твой единственный инструмент. Больше у тебя нет инструментов. Это твой единственный инструмент, это та капсула, в которой ты находишься в гостях на этой планете. Через которую ты позволяешь, через вот этот скафандр, тебе позволительно в ней находиться,
адаптироваться. Потому что если бы ты изначально был предназначен для этой планеты, если бы ты был изначально частью этой планеты, то тебе не нужно было бы под нее адаптироваться с самого рождения. А так получается, что каждый рождающийся человек, он начинает адаптироваться, то есть он не самостоятельный. Вот если, например, растение всходит, то ему не нужно, чтобы рядом с ним было обязательно какое-то растение. Вы же видели, наверное, не раз, как росток может взойти посреди асфальта. А ребенок, если его родить и тут же оставить, он же не выживет. Потому что он сам по себе, как единица, не здешний. Он здесь не приспособлен. Его приспосабливают такие же особи, как он. Каждый человек здесь чужой. И вот это вот тело, это его скафандр, который он должен даже не то, чтобы быть с ним в коннекте, а он должен его знать. А что это за кнопка? А это как работает? А это как работает? Это то же самое, что вот как я, да? Вот купила себе телефон, а знаю в нем только принять вызов и написать сообщение. Ну, грубо говоря. И мы точно так же. Вот у нас есть тело, а что мы такое? Ну, можем вот сюда засунуть, а оттуда выйдет. И все, по большому счету ничего не знаем. Что происходит с нашим телом? Непонятно. Добрый вечер. Благодарю вас за все ответы. Благодарю. Да, ребятки, задавайте вопросы. Задавайте вопросы, на которые вы хотите слышать ответ, свой ответ, от себя ответ. А если вы просто, вам не хватает внимания, и вы начинаете писать что-то, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, то тоже задумайтесь, почему вы такой никчемный, что вы даже себе не интересны. Кто на вас еще посмотрит, если вы для себя никто? На никого и некому смотреть. Добрый день, здоровья, счастья, успехов, процветания вам и вашему делу. Благодарю. Расскажите, что вам идет сейчас по потоку. Так, мне ничего не идет. Смотрите, здесь же не мне идет. Здесь же как происходит, когда кто-либо задает вопрос, ну, начнем с вопросов, да, то получается, что я становлюсь как частичка его. И если кто-то задал вопрос, то вопрос задается, у него сформировался какой-то вопрос, то вопрос формируется на фоне ответа, то есть он должен что-то познать, но чтобы это познать, ему должно что-то это прийти, как бы, а как это познать, как это вообще увидеть? Тогда ему... Он же задает сам себе вопрос. И задав этот вопрос, он получает у себя ответ. И когда он задает этот вопрос и не может найти в себе ответ, либо не хочет, либо боится каким-то образом его себе озвучить, то он задает его как бы мне. Но по факту я отвечаю им. То есть я становлюсь частичкой его. И говорю то, что в нем уже есть. Вот это и есть то, что называется поток. Но многие же интерпретируют, что поток — это вот что-то здесь вот открывается, вот такой вот люк, и сюда что-то входит. Входит, да, и ты такой вот в потоковом состоянии. Нет, поток — это именно то, что ты, кем ты становишься, кем ты на данный момент озвучиваешь то, что есть в нем. Натусик, у тебя ничего не получится. Все, труба. Труба дело. У тебя все каналы забиты. Все, тебе только чиститься, мыться, топиться.
Ребят, научитесь формулировать свои вопросы так, чтобы они помогали вам скрываться. Не для того, чтобы просто написать. Смысл какой, чтобы просто написать? Написать, чтобы лишний раз на вас обратили внимание, чтобы что? Почему так важно внимание? Почему так не важна вам ваша жизнь, а мимолетное видение вашего силуэта, но не вы сам для себя? Слава, скажите, когда был последний астматический приступ, и был ли он сильным? Был 3 года назад, и был сильным, да, я рассказывала ребятам. В закрытом клубе, по-моему, рассказывали, на ретрите, не помню. Это когда я практически не дошла до аптеки ночью. Когда у меня не было воздуха, я уже вся посинела. И ночью я шла с собакой, и уже просто лежала на асфальте. И никто, даже если кто-то проходил мимо, никто остановиться не мог. Ну, подумали, что пьяная женщина, кто будет подходить, если рядом огромная собака сидит. На автономии сильных приступов не было. Нет, сильных приступов не было. Вообще приступов не было. Было состояние, когда неудобно дышать. Я так это называю. Неудобно дышать. А приступы такие, чтобы там задыхаться, ну, их уже не было. Работает ли тотальное доверие к себе, к своему источнику? Жизнь без борьбы, а в доверии принятие. А тут даже нет такого понимания, что доверие к себе. Тут есть просто состояние, ты, кроме тебя что есть? Ты не можешь доверять, либо не доверять. У тебя просто есть тотально ты. Тотально ты, все, что происходит, это тоже ты. Все происходящее, это тоже ты. То есть это не то, что ты формируешь что-то. Что ты одно, а формирование другое, а результат это третье. Нет, это все едино. Ты есть и само формирование, и само действие, само делание. И сам результат это тоже ты. Не что-то разное. Светлана, можно немного раскрыть, что значит, что это все моя проекция? Ну, смотри, кто есть, кроме тебя самого, тебя самой? Когда ты падаешь в само «я», то есть что такое я? Вот все там, я, надо быть в моменте, вот я есть. Вот это вот любители, да, вот это вот покричать, я есть, я здесь. Хе-хе-хей. Это мы когда кричим? Когда нам нужно еще раз подтвердить, что я есть. Но когда ты тотально погружаешься в себя, так, знаете, бульк, бульк, бульк. И получается, что ты погружаешься до того момента, что потом погружаться не во что. И погружаться некому. И погружаемого нет. И мыслителя нет, который бы это все интерпретировал. И даже нет того, что нет. Вот это вот тотальное ничто. И вот из этого тотального ничто, когда ты становишься вот этим ничто, тотальным ничто, без эго, без чего-то еще, то ты просто понимаешь, что ты сейчас просто вот в этом скафандре, в капсуле, в теле.
как бы обратно возвращаешь, отматываешь, и ты просто становишься, ты остаешься тем ничто, но транслируешь себя через кого-то, через личность Светлану, например, я сейчас транслирую, через личность Светлану Лаврову. Но Светлану Лаврову зацепить невозможно, потому что Светлана Лаврова – это придуманная личность из ничто. То есть в ней нет эго. Ее как-то зацепить, подцепить, обидеть, там еще что-то невозможно. Невозможно кого-то зацепить, невозможно зацепить то, чего нет. И ты можешь просто транслировать каждого человека через личность Светланы. То есть так как меня нет, это как личность полая труба. И когда задаются вопросы, ты просто прокручиваешься через личность Лаврова Светланы, выдавая... То есть человек, вот есть личность Лаврова Светланы, как труба, да, полая. Есть человек, который задает вопросы. Вопрос он для чего задает? Вот у него есть ответ. У него, например, ему что-то хочется по душе. Ну, прям по душе. Не социумом навязано, не еще что-то, а по душе. Это когда у него есть и хочется что-то ему по душе, вообще не важно что. У него это все уже сформировано для него. И чтобы это увидеть сформированное, у него создается вопрос, желание, еще что-то. Но он себе, круговорот сделать в себя, не может ответить себе на этот вопрос, рассказать себе этот вопрос. И он задает, к примеру, мне, Лавровой Светлане, и он, задавая вопрос, проходит, как через полую трубу, возвращаясь к себе, потому что это все единые частички, единые пиксели единого. И возвращая вот этот вопрос, то есть сюда вопрос возвращается, он уже ответом, который был уже изначально в этом человеке. И ты становишься просто как раздатчик, как Wi-Fi, показывая каждому, что он уже есть все. Супер, спасибо за ответы. Раз мы едины, расскажите о человеке хотя обо мне, исходя из потока. Я не понимаю, к чему идти, хотя бы один пример. Но когда человек говорит, что я не понимаю, к чему идти, а почему ты должен к чему-то идти? Почему к чему-то идти? Если у тебя нет цели, к чему ты должен прийти, то ты даже не понимаешь, кто идет. Если идти некому, то он никуда и не придет. Кто ты? Ты для себя ответь на вопрос, ты вообще кто? Ты что можешь сделать? Ведь в этой плотности, в этой мерности каждый человек может только раздать. Он не может взять, чужого взять невозможно. Он может только раздать часть себя, чтобы вновь стать собой. Это, знаете, как человеческая печень. Вот от нее сколько бы ни отщеплялась, она все равно будет восстанавливаться, она будет еще более молодой и здоровой. Но если ты не будешь от нее отщеплять, а будешь только ее в нее вкладывать, то она в конце концов стухнет. Цирроз печени будет. Не выводится желчь, не фильтруется ничего. То есть ничего не отдается, а только туда забивается. И все. И с человеком то же самое происходит. Когда он не отдает, он говорит, я не знаю, к чему идти. Да просто отдавай. Ведь это же просто отдавать, начать отдавать просто с малого. Подмести улицы, покрасить поребрики, не знаю, там, вылечить кошек, собрать мусор. Ведь столько всего есть, чего ты можешь начать отдавать. Почему-то все думают, что отдавать это значит обязательно там какое-то целительство, какие-то гуру, муру, хуру, дуюру.
Да почему? А просто начните с чего-то обычного. И знаете, я вспоминаю, когда мы жили с детьми в маленьком городке, и они у меня с улицы, там мусорок практически не было. И они когда шли со школы домой, они приходили, вот у них полная охапка была мусора, там банки, бутылки, еще что-то. Они приходили домой, мы в это в пакеты собирали и выносили в мусорку, чтобы хоть как-то было почище. И один раз ко мне пришла соседка и говорит: что же ты так не следишь за своими детьми, что же ты за мать такая, что они бутылки собирают? Я говорю: ну они, во-первых, они собирают бутылки, они, говорю, мусор собирают, мы их потом собираем, вот, и выносим, чтобы было чище, потому что там нет мусора. И ей стало стыдно, но стало стыдно-то ей не за то, что мои дети сделали, не за то, что она сказала, а за то, что ее мир такой. То есть он у нее настолько был узок, и настолько ей было больно расширить границы, это как будто с ноги выпнули забор. И она такая стоит и ой. И у нас вот очень часто так бывает у людей. Ой, любовь, привет, сыродавленное масло, это мое любимое масло. Тотальное принятие вещей – это верная позиция. Но здесь нужно понимать, чтобы это было принятие, не ограничило с равнодушием. То есть, смотрите, некоторые люди не понимают, что такое принятие, что такое равнодушие. Вот одно дело, когда я принимаю то, что у кого-то болезнь, или я равнодушен к его болезни. Но, наверное, равнодушие – это когда, ну, он такое выбрал, ну и все, ну и хорошо. А принятие – это, наверное, из состояния благодарности, что рядом с тобой есть тот человек, который показал тебе, что и так можно жить, и с этой болезнью, и с этим недугом, и с этой любовью, и с этим талантом, хоть с чем. И ты тогда принимаешь его через состояние любви. Но любовь – это немножечко не в том понимании, как мы привыкли думать. Любовь – это такое, оно очень ровное чувство. И ровное оно, знаете, за счет чего выравнивается? Потому что у тебя нет состояния, что ты любишь, например, только что-то хорошее. Вот этот вот хороший, красивый, умный, я его люблю. А этот убийца, насильник, грабитель, я его не люблю. Такого не бывает. И вот когда ты любишь и человека, который делает полезные, великолепные вещи, если это как бы хорошо, да? И когда ты любишь человека, который убийца, это как бы плохо. И тогда это идет выравнивание. И вот эта вот любовь, она становится ровной. Тогда ты не делишь на хороших и плохих. Тогда для тебя становится вот это вот все гладью. Гладью тотальной любви, которая она растекается в тебе, когда ты перестаешь их делить на хороших и плохих. Ведь хорошее же очень просто любить. Миленький малыш, хорошенькая кошечка, замечательный человек. А вы попробуйте полюбить, например, женщину, которая разбила вашу семью. Попробуйте полюбить убийцу вашего близкого. Ведь эти вещи даже не укладываются в голове. Но если у вас есть это разграничение, кого любить, а кого не любить, это уже не любовь. Это уже состояние вас, вашего принятия. Я принимаю этого, а этого не принимаю. И тогда в вас нет любви. Любовь не ограничит. Любовь не разделяет. Любовь, она может просто быть. Сколько вы масла растительного рекомендуете употреблять при сыроедении в день? Ребят, у каждого своя норма. Я вообще никому ничего не рекомендую. Я просто рассказываю, как было у меня, рассказываю, как
есть у ребят, и если делают так, то получается вот так, если делают так, то получается вот так. И на основании этого опыта вы уже сами смотрите, а как для вас хорошо, пробуйте. Но здесь нужно четко понимать, что сыроедение, оно же тоже бывает разное. Есть сыроедение уже, в принципе, с какими-то жирными продуктами, с орехами, да, с авокадо, еще с какими-либо жирами. А есть сыроедение, в которых жиры практически отсутствуют. И там абсолютно другая картина. Скажи, пожалуйста, Светлана, центросома активируется постепенно, можно ли чувствовать это состояние? Она активируется постепенно, и состояние это, оно, да, чувствуется. Ребята, у меня подтормаживает эфир, или мне так кажется. Благодарю за ответ. Ну, я бы все-таки рекомендации не стала давать. Я, конечно, понимаю, что Любочка знает, она с маслами работает давно, часто и постоянно. Вот. Но все же это, наверное, больше индивидуальная история, когда каждый берет ответственность за себя. Но, конечно, на открытых эфирах я не готова что-то рекомендовать, а когда уже у нас идут марафоны, и более или менее знаем ребят, и когда мы понимаем, как мы идем, то там уже можно давать рекомендации, а здесь, конечно же, нет. Ну что, ребятки, вопросов больше вроде бы нет. Я тогда сегодня закончу, и в четверг мы с вами встретимся. Пишите вопросы, а на самое интересное просто хочется вас слушать. Благодарю. Завтра послушайте в закрытом клубе еще. Там я как раз расскажу о химии в голове, как происходит, и как происходит, когда есть определенные особенности у человека, такие как у меня. Все, благодарю всех, обнимаю. И пишите свои вопросы. Будет очень приятно мне на них отвечать.